В особенный день все должно быть особенным. Особенно кольцо – символ вашей любви. Закажите необычное украшение, созданное по уникальному дизайну. Украшение, которое станет отражением вашей индивидуальности. Ювелирная дизайн-студия «Обручалки.ком». Чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Год. Наша маленькая планета по-прежнему совершает свой забег по кругу. В сущности, вообще не обращая внимания на наши действия. Будущее проступает неизбежно. Уже сентябрь. Льют дожди. Солнце скрывается за горизонтом. А мы с тобой по-прежнему озабочены простыми вопросами бытия. Зачем мы здесь? И куда мы идем? Особое звуковое пространство, которое сегодня по-настоящему особо. Меня по-прежнему зовут Артём Дмитриев. Сегодня я хочу поговорить с тобой о счастье. Те заманчивые ощущения полного благополучия, когда все хорошо и стабильно, и всего достаточно. Достижимо ли это состояние в принципе? Или это обычная реклама? В конце концов, можно ли находиться на пике хоть сколько-нибудь долго? И что для этого нужно сделать? Нужно ли для этого что-то покупать? Например, новый смартфон, новую машину или новую одежду? Связано ли это все со счастьем? Kill.
Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин популярной федеральной сети одежды Second Hand «Мега Хэнд». Скучаете по любимым брендам? Они есть в «Мега Хэнд». Огромный выбор одежды, обуви и аксессуаров европейского качества по доступным ценам. Начиная с третьего дня продажи появляется скидка 10%. На 14 или на 21 день, в пятницу, она достигает 90%. Подробности и адреса магазинов на сайте megadefishand.ru. Спонсор выпуска – магазин популярной федеральной сети одежды Second Hand «Мега Хэнд». Take me home.
Так зависит ли на самом деле наше благополучие от вещей, которыми мы обладаем? С развитием общества и технологий растут и наши запросы. Если раньше люди могли ограничиваться предметами первой необходимости, то сейчас, в 21 веке, совсем иначе. Thank you.
У каждого есть горы одежды, куча техники. И это просто свершившийся факт. Однако ученые сообщают, с 1960 года личное годовое потребление каждого человека выросло в 3 раза. Исследование показало, что 2/3 французских потребителей покупают до 10 предметов одежды, которые никогда не наденут. Наши желания находятся под культурным влиянием и формируются маркетингом и средствами массовой информации. Культура, построенная на потреблении, каждый раз должна ставить перед собой новую цель, чтобы люди тратили все больше денег. В результате почти каждый год выпускается новая линия одежды или более современная модель смартфона. Одежда еще не состарилась, а смартфон отлично работает. Однако мы идем в магазин и покупаем новый. Единственный способ не отставать от моды — следовать последним тенденциям, когда товары будут выпущены. Рекламы и СМИ преподносят обладание этими новыми вещами как гарантия счастья. Да, действительно. Обладая какой-то вещью, мы получаем удовольствие. Однако почему оно так быстро улетучивается, оставляя нас разочарованными? Где же счастье? Может быть, секрет в том, что у нас нет того, что есть у наших соседей? В 2014 году ученые опросили 1787 взрослых американцев в возрасте от 19 до 32 лет на предмет связи между социальными сетями и депрессией. В результате оказалось, что чем больше времени люди проводят в соцсетях,
и подсматривают за своими друзьями, коллегами и соседями, тем более они подвержены риску возникновения данного расстройства. Ученые считают, что знакомство с высоко идеализированными изображениями людей в социальных сетях вызывает чувство зависти и искаженное убеждение, что другие живут более счастливой и успешной жизнью. Это, в свою очередь, приводит к развитию потребности в нерациональном потреблении, чем как раз активно пользуются маркетологи и лидеры мнений. В психологии существует понятие зависимости. Как ни странно, мы зависимы от своих вещей. Как и любая другая зависимость, безлимитный шопинг превращает простые удовольствия в иллюзию всемогущества. И человек, наконец, становится пленником своих привычек.
пристрастие к чрезмерному потреблению имеет такую же величину, как и у игроманов или алкоголиков. Перед импульсивной покупкой человек испытывает огромную эйфорию, счастье, которое, как только акт завершится, уступает место расслаблению, а затем вине и депрессии. Пока человек снова не начнет искать эйфорию через потребление. Секрет счастья заключен в балансе. Зачем покупать новую вещь, если есть старая? Может быть, стоит сэкономить средства на что-нибудь важное? Может быть, имеет смысл раздать все свои вещи и получить удовольствие от этого процесса. Исследователи, занимающиеся вопросами антипотребительства, утверждают, что люди, которые больше ценят материальное, почти всегда менее счастливы. Как ни странно. Уровень их самооценки, как и качество отношений, значительно ниже, чем у тех, кто отказывается от чрезмерного потребления. Есть исследования, которые показывают, что такие люди уделяют меньше времени фактическим факторам счастья — друзьям, семье, путешествиям или полноценной работе.
Качество жизни и личное счастье не зависят от покупательской способности и количества вещей на полках шкафов. Более того, отказавшись от чрезмерных трат на материальное, человек вносит свой вклад в сохранение экологии и развитие здорового общества. В конце концов, лучше купить вещь в секонд-хенде и носить ее долго и с любовью, чем каждую неделю покупать новую. Чрезмерные траты приводят к ухудшению материального состояния, а это совсем несовместимо с понятием счастья. Покупатели, не обладающие необходимыми финансами, часто берут кредиты, а наличие долговых обязательств перед банками провоцирует развитие стресса. Переход к разумным покупкам способствует выравниванию материального положения, благодаря чему человек может осознанно планировать более серьезные и важные покупки.
СМИ и социальные сети активно насаждают новые идеалы и ценности, которые должны побудить людей к новым необдуманным тратам. Пропаганда успешного образа жизни с помощью демонстрации ее атрибутов призвана повысить потребительский спрос. Отказ от бездумного потребления избавляет людей от необходимости соответствовать интернет-стандартам успешной и богатой жизни и, следовательно, от стресса, вызванного невозможностью достичь непонятных идеалов. Все как один говорят, что невозможно купить счастье за деньги. Вкладывая силы и средства в постоянные покупки, человек всего лишь на время получает радость от заполнения внутренней пустоты. Понимание своих желаний, ценностей и стремлений позволяет избежать заполнения важных жизненных сфер ненужными материальными благами. Поняв, что нам действительно важно, мы начинаем получать удовольствие совсем от других вещей. Оказывается, положительные эмоции приносят красивый закат или общение с близкими людьми. Вещи
больше не являются источником радости. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без магазина популярной федеральной сети одежды Second Hand Mega Hand. Скучаете по любимым брендам? Они есть в Mega Hand. Огромный выбор одежды, обуви и аксессуаров европейского качества по доступным ценам. Начиная с третьего дня продажи появляется скидка 10%, на 14-й или на 21-й день. В пятницу она достигает 90%. Подробности и адреса магазинов на сайте megadefishand.ru. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без магазина популярной федеральной сети одежды Second Hand Mega Hand.
Но на самом деле не так-то и просто отказаться от привычного образа действий. Тем более он сознательно вкладывался в сознание людей средствами массовой информации и маркетологами на протяжении десятилетий. Однако важно прийти к пониманию того, что обладание даже самыми роскошными вещами не сделает нас счастливыми. В конце концов, вещи, даже очень красивые, это всего лишь инструменты, которые помогают сделать жизнь более комфортной, но они не сама жизнь. Это был Чилл номер 399. Меня зовут Артем Дмитриев. Надеюсь, сегодня мы с тобой приблизились на один небольшой шаг к пониманию, что же такое счастье. Следующий выпуск будет 400-й, юбилейный. 400 выпусков назад музыкальная программа «Чилл» стартовала в интернет-пространстве и на 141 радиостанции трех государств. Надеюсь, ты будешь рядом, когда мы будем праздновать. Услышимся спустя неделю. Ну и на прощание по традиции рубрика «Классика». Здесь сегодня песня Майкла Джексона о нашей безумной планете. Я прощаюсь с тобой на неделю и помни, что все обязательно будет чилл. В особенный день все должно быть особенным. Особенно кольцо – символ вашей любви. Закажите необычное украшение, созданное по уникальному дизайну. Украшение, которое станет отражением вашей индивидуальности. Ювелирная дизайн-студия «Обручалки.ком».
about all the peace that you pledge your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? Солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.
Найди свой чил.